тот момент, когда ослы ранят ножом Ферхата, то знакомится со своей темнотой, что становится для нее большим шоком. Ослы сделала то, что клялась не делать, причинила вред человеку. Пока ослы переживают, что свалится на ее голову, Ферхата отводит ее в особняк, где живет его семья. Чем больше ослы узнают семью, тем лучше понимает, что вынуждена жить среди их тайн и осознает, что за наказание для нее готово. Джем и Егид продолжают искать пути, как выяснить на свет Божий грязный мир Намыка и Ферхата. Посмотреть пятую серию вы сможете вечером 13 ноября. Всем спасибо за внимание, до встречи и пока!